Всем огромный привет! Сегодня у нас обзор юбок в магазине «Фамилия», адрес город Москва, улица Авангардная, 3. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать все новинки. Приятного просмотра! Вот такая черная юбка длинная, сделана под кожу. Есть запах впереди. Длина ниже колена. Цена 1599 рублей, 44 это размер. Да, это полиэстер в составе. Следующая юбочка вот такая полосатая. Это летний вариант. Похоже на натуральный материал, на хлопок. Впереди пуговички, застегивается сбоку. Есть разрез еще впереди. А цена 369 рублей. Это манго, да, вискоза и шерсть в составе. Дальше вот такая коротенькая серая юбочка на резинке. Цена 69 рублей всего лишь. Это синсей. Следующая вот такая зеленого цвета юбка. Она длинная. Разрез сбоку мы видим. Цена 1500 рублей. Это Tom Ford Россия. Вискоза 65% и полиэстер в составе. Юбочка в клетку. Вот такая выше колена длина. Цена 49 рублей всего лишь, тоже синсей. Голубая юбка, сзади на молнии. Юбка-карандаш. Летний вариант, светлая, но достаточно строгая классическая юбка для работы в офисе. Цена 1049 рублей. Бренд Атани, Россия. Джинсовая короткая юбка. Сзади два карманчика. Тоже розовый ценничек, видим со скидкой. 209 рублей всего лишь она стоит. Это 46 размер. Луизио, Россия. Хлопок в составе и эластана чуть-чуть. И вот такая юбка красная, очень яркая. Но она тоже короткая. Сбоку завязывается. А цена? Вот он ценничек. 49 рублей всего лишь. Это Остин. Так, это какие-то брючки сюда попали. Мы их не будем смотреть. А вот такая пушистая юбка нарядная со звездами. Прям пушистая-пушистая, посмотрите какая. Цена 909 рублей, это Вера Мода. Так, что еще? Вот такая полосатая. Ну, она в крупную клетку с полоской. Сбоку есть лампасики, есть ремень впереди. Сейчас будем смотреть цену. Это тоже Вера Мода, как мы уже видим. 600 рублей. Страна производства Китай. Вискоза и спандекс в составе. А вот такая юбочка у нас в клетку. Так, там ценничка нет. Вот это Фэмэ. Такой светло-бежевый цвет. Классическая юбка. Строгая, карандашик. Ничего лишнего. Цена 59 рублей всего лишь. Хорошая цена, юбочка классная. Так, а вот такая у нас черная, тоже короткая юбка. Цена ее 200 рублей всего лишь, тоже синсей, Бангладеш, вискоза в составе. А вот эта черная кружевная с надписью «Упс» и «Супер» внизу.
Это, конечно, молодежная модель для молодой совсем девочки. Цена 99 рублей всего лишь тоже. Бифри. Полиэстер. А вот такая голубая мохито завязывается спереди. Это летний вариант. Тоже натуральная ткань. Летом не жарко, хорошо. Всего лишь 39 рублей, девочки. 39 рублей. Цена до скидки 1800. Вот такая юбочка Сенсей. Тоненькая ткань. 49 рублей тоже всего лишь. В Сенсей сейчас на скидках вообще мы видим, что дают почти даром. Так, а это мы, по-моему, с вами уже видели, да? Это манго сбоку у нас пуговички. Тут во всех размерах сейчас эта юбка есть летняя. Да, за 239 рублей она сейчас со скидкой продается. И даже пуговица одна запасная есть. 100% лен, девочки. 239 рублей, и это вещь из льна. А вот такая с карманами. Но вот этот впереди ремешок, который застегивается, как на автокресле. Вот у меня у сына такая застежка. Вот это мне не нравится. Очень грубо для такой юбки. 39 рублей цена. Резервт полиэстер в составе. Ну вот этот ремень все портит. Сделано в Турции. Ну, на мой взгляд, грубовато. Такая черная юбочка плиссированная. Более плотная ткань. Цена 1049 рублей. 8 seconds. Бренд корейский. А вот такая черная. Посмотрите, как интересно сделан верх. Такую вещь, конечно, надо мерить. Она не очень понятна, форма ее, когда она висит. Так, Вера Мода, 700 рублей. Страна производства Китай. А вот такая полосатая юбочка, синяя, на лето. Цена. 39 рублей она стоила, тоже с огромной скидкой. Так, черная юбочка. Ну, это классическая офисная юбка. Единственное, что немножко она коротковата, конечно. Ну, если не высокого роста девушка, то нормально. Цена 200 рублей всего лишь. Лайм, Китай. Так, вот такая тоже черная. Ну, здесь не очень... Черные пуговицы, ткань не очень презентабельная здесь, я бы сказала. Так, а цена 839 рублей 8 seconds. Вот такие сейчас юбки в магазине «Фамилия». Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, если понравилось. До встречи!